Парни, привет! Короткое включение с перегона густой браги. Куб люкстайл, нагрев теном. Далее вставка от Игоря Шульмана для перегона густых браг. В вставке установлена трансформерная вставка медная. Ну, можно более подробно посмотреть предыдущее видео. Будет работать, соответственно, в жидкой зоне. Для паровой зоны с медью будет работать конусная крышка. Также в паровой зоне будет работать медь, так как у меня здесь внутри установлены РПНки медные. Это у меня дефлегматор или парциальный холодильник от бражной колонны. Вот, а здесь как раз то, что хотел отдельно продемонстрировать для работы в жидкой фазе медь. То есть здесь у нас произойдет перевод из паровообразного состояния в жидкость, и уже жидкость пойдет по меди. Соответственно, у меня сейчас диоптер для наглядности с кольцами Рашега. Чтобы увеличить объем меди, которая будет работать с жидкостью, можно поставить, там, не знаю, царгу 30 см и 3 ПЖА РПН. Ну и дальше, соответственно, холодильник, ну и приемная емкость, грубо говоря, пока вот для отбора голов, для съема плевка, так называемого, стоит цилиндр мерный. Соответственно, вход воды, перемычка, отвод воды. Вижу это как альтернатива некая, без дополнительных затрат, альтернатива медным холодильникам, которые применяются в практике у винокуров. Ну и в принципе, вот все, что описал, это, как мне видится, на текущий момент некая такая универсальная альтернатива аламбику.